Мы зашли в магазин «Панорама». Немножко посмотрим ассортимент и цены. Товары к Пасхе уже завезли. Большие шоколадные яйца по 2 евро. Здесь панеттоне. Ну, видно, да? Я не буду все это проговаривать. Вот эти вот вкусные, которые с кремами внутри. Ну, цены приличные, я бы сказала, приятные. Надо обязательно будет взять домой панеттоне. Мы любим, вот, чтобы было начинками. Не обязательно шоколадное, нет, нужны обычные белые. От Kinder сюрприз различные, яйца, ну, здесь все пасхальное. Так, весь магазин тоже снимать не буду, чуть-чуть так, для общего ознакомления. Посмотрим, что тут есть интересного. Панеттонов, да, очень много. Надо будет домой панеттоны взять. Это тоже. Это уже не панеттоны называются. А коломбы. А разница? Ну, немножко есть разница. В тесте чуть-чуть разница. Чечи. Ой, гречка. Нет, да, это чечевица. Линчи. Ой, это дело вкусное. Клементина 1,89. По килограмм 2,70. Лимоны 2,49. Апельсины 1,79 за килограмм. Что ты хочешь посмотреть? Что посмотреть? Мясо. Ой, да, да, рыба, точно. Курица. Это говядина, судя по цвету. Здесь тоже нарезка. Ну, это мяско. Мясо пока брать. Пока ничего не брать. У нас много всего. И надо все съедать. А где рыбка? Так, тут у нас вот креветочки. Скидки 30%. Будь здорова. 9,98 за 250 грамм. Осьминоги тоже сейчас по скидкам. 9,90 за 200 грамм, 50 за килограмм. Ого-го. Нарезка рыбная. Филе. Да ладно, 100 евро за килограмм. Хо-хо. Такая рыбка в Италии. Ну, конечно, да, у рыбаков брать очень выгодно. Лежит все красиво, свежие креветки. Вот таких бы я поела бы, красавчик. Так, и вкусняшки. Вкусные вкусняшки. Вот, к карнавалу как раз они разные, действительно. Дома у нас... А здесь даже таких нет, какие у нас дома. Вот такого плана у нас. Как, вот, нет, тоже даже не эти. И они, да, все по-разному называются. Цены. Сейчас. Что возьмем? Очень вкусные. Давай возьмем, раз вкусные. Два. С чем-то. Ты только возьми одну. Ой, смотрите, бретцели. А, это эти, которые... Много всяких хлебчиков, палочки хлебные. Так, ну цены 2, 2,50, 3. Вот эти вот, мне кажется, еще штучки вкусненькие. Тоже они хрустящие, как сухарики. Вот есть с различными тоже колбасами. Вот такие, нет... Я не знаю, в общем, что-то такого плана. Такие специальные карнавальные вкусняшки. Так, и здесь тоже по ценам. Пицца, пицца полуфабрикат. Пицца без ничего, 4,50 за... Сколько тут? Ой, за много штучек. Смотрите, это, наверное, даже не пицца, а лепешки. Все разобрали? Здесь тоже вкусняшки. Колбаски шоколадные.
3,50 за коробочку. Ну, надо что-то взять. Из этого тоже всякие десерты. Давай что-нибудь, это что-то итальянско-национальное, нет? Возьмем. А вкусное, ты ела? Ну, это, наверное, там и орешки. Я никогда не брала, я свое делала. А это можно попробовать? Ну, давай попробуем. Нет, это не орешки, мне кажется, это белое печенье в темном. Ну, печенье-то точно, а сверху может быть там орешки. Ну, давай попробуем. Да, ну, чего ж нет. Ты клади вниз в коляску, а потом будем не заплатить. Нельзя, да? Нет, тяжелое оно оторвется. Тут кушать можно? Так, к детскому питанию. Здесь кушать можно? Ну, столики, да. Зарядки. Да, пожалуйста. Можно телефон заряжать. Да. Да, сейчас мы к детскому пойдем. Долго гулять не будем. Сейчас еще вот здесь мы посмотрим вкусные наборчики. Ням-ням. Всякие рыб-паста. Вот они. Разные изделия. Макаронные изделия из теста. Тортеллини и шпецли, и гночи, гночетти. Гночи покрупнее, гночетти мелкие. Это тоже ну, из теста сделаны шпецли. Еще гночи разные, много-много-много. В Германии вот эта фирма Рана тоже продается, но не такой широкий ассортимент, как здесь. Смотрим за нее. Очень много всего. Вот они, тортеллини, тортеллони еще есть. Вот сколько всяких. Это хлебцы тоже, да? Ой, нет, это что? Это что? Ну, это тост без краешков. Обалдеть. Я люблю. 1,49. Очень интересно. А вот так вот очень много разных таких штучек продается. 89 центов. Вот они, капсулы на нашу Dolce Gusto. 4,49. Подороже, чем. У нас и есть еще, смотрите, различные напитки, ну, то есть Орза, да, и кофе тоже, которые подходят под Dolce Gusto, но не от Nestlé, и они уже стоят дешевле. Кстати, некоторые из них вкусные, их тоже можно брать. Кофе, кофе, кофе. Лаваца. Большой достаточно выбор. Вот этот вкусный кофе, который мы тоже иногда покупаем. Еще сладости, вкусняшечки. Еще кофе. И печенье. Вот смотрите, широкий выбор печенья. Тоже смотрите от Киндера, какие интересные штучки. Вот у нас таких, например, нету. Бискотти. Есть с шоколадом и с ореховой начинкой. Надо домой такие взять, интересно. Печенье, печенье. Вот этой фирмы очень много. В Германии ее мало, да, ее иногда завозят в Lidl, в Берлине в некоторых магазинах можно найти. Но здесь вот этой фирмы печенье, я имею в виду, варила макароны, конечно же, везде, но печенье немного. Ой, тоже вот какие-то интересные гранулы. Вот вроде бы хочется много всего сейчас взять домой, а с другой стороны мы же еще будем по магазинам ходить. Может, мы что-то другое встретим, например, и там захочется. Тоже различные хлебцы, перекусы, еще кофе и еще сухарики. Так, мы сейчас потеряемся, растеряемся. Магазин очень большой, как я уже сказала, совсем все я не буду снимать. Вина, макароны. Немножко зациклим внимание на различных макаронах. Барилла 82 цента. Да ладно, 82 цента. У нас дороже, по-моему, в Германии. Что-то вроде около евро. Маслины, оливковое масло, оливки. Томат,
томатные пасты различные для соусов. И вот смотрите, что я говорила по поводу выбора питания для деток. Здесь есть отдельно мяско, говядина с курицей, говядина, в общем, все это есть. 2,80 за две баночки маленькие, фруктовые. Но дальше, что касается вот больших баночек, например, пюре для там, годовалых деток, например, овощей, я не могу найти. То есть, действительно, выбор другой. Очень много мяса, мясо различное, и прошутто, и рыба. Вот есть овощное. Это вот с 4 получается месяцев. 1,16 за 2 маленькие баночки. Это вот наподобие, как мы брали с собой, чтобы дома было 160 грамм, то есть 2 по 80. И здесь тоже различные сыры. Вот тоже овощи с 4 месяцев, потому что вот с года какие-то большие банки. Нет, такого здесь нет. По крайней мере, второй магазин, в который мы заходим, здесь этого нет. Очень много печенья бискотта. И тут по поводу снеков. Да, вот здесь, смотрите, подгузники как раз. Памперс в ярких упаковках. Даже если обычные зеленые, все равно очень яркие. Вот они, Хаггис. Снеки есть вот тоже от Хип. Рисовые вафли. И вот с этой стороны смеси. Смеси, молоко, соки. Так, цены даже покажу. 21,99. Это смесь от Аптамир. Так, кашки от 6 месяцев. И печеньки. Вот, в общем-то, и все детское питание. Тележки в магазине для посетителей с детьми. То есть, ну ладно, машины, это я видела, но лошади, это круто. Это реально круто. Они не бесплатные, 2 евро стоит аренда такой машины. Ну, прикольно на самом деле, если особенно капризный ребенок, вот так 2 евро отдаешь, и все счастливы и довольны. И магазин, вы не поверите, Lidl, здесь совсем недавно открыли. Напротив панорамы. В общем, вот они, вкусняшки. Делис 2,95, которые я так люблю. Здесь 10 ломтиков. И прочие вкусности от Kinder, которых нету в Германии. В общем, магазин вроде как немецкий, но товары вполне себе итальянские. Различные полуфабрикаты из курицы, индейки, свинины и всех-всех-всех. Так, 1,59, 800 грамм, ножки. По скидке 50%, хорошая цена. Знакомые такие ценнички. Вот итальянская фирма Italiamo, которая Lidl поставляет, и Lidl Германии поставляет свои товары. Пармезан. Здесь у нас вот буррата, которую мы покупали. 1,40. Нет, не 1,49. Видел, ценники всегда сверху. 1,99. Моцарелла 2,45. Ну, у них получается одинаковая цена за килограмм практически. 9,80 за моцареллу и 9,95 за буррату. И различные сыры. Асьяго, проволоне. Здесь чотто, где пармезан. Огромное количество, да, конечно, сыров, разнообразие. Ножки, тортеллини. Есть и мельбона привычная, тоже Lidl фирма. Кусочки сыра, смотрите, не нарезанные. Вот под страну всегда ассортимент подстраивают. А здесь от фирмы Лупилу, от которой одежда детская у нас. Lidl мы берем. Вот уже здесь есть большие баночки. Мы сейчас две возьмем. 1,49 и квечи. Здесь есть немножко другой ассортимент. Пицца.
буратой, вон пицца, да? Патруха маджи. 2,79. Лидл. По Италии магазинов много, но в городе Форме его открыли вот совсем-совсем недавно. И народу сейчас там очень много. Магазин этот оказался здесь популярным. И быстренько покажу, что мы купили, потому что купили мы совсем чуть-чуть. Взяли это у нас из Lidl. Мороженое 1,99. Потом взяли два таких батончика. Один Маркус уже съел. По 99 центов каждый из них. Они больше немножко, чем детские, которые мы обычно берем. Потом квече, опять фруктовое пюре. По дорогу нам очень хорошо. Их здесь 4 упаковочки. Вот такие. Маркус, как обычно, одну уже съел. 2,19 стоит коробка. И, как я уже показала, взяли два вот таких разных пюре. По 1,49 евро. Они стоят на 9,14 евро. У нас покупочка из Lidl. И эта покупка у нас из Панорамы. Взяла домой, везу вот такие бискотти, вкусняшки от Kinder с ореховой начинкой. Так, они у нас стоили... Кто помнит, сколько они у нас стоили? 2,49. Вот эти колбаски шоколадные 3,49. Вот эти снеки 75 центов и 1,20 вот это печенье. Тоже такая небольшая закупка, на покупка, даже не закупка, 7 евро и 93 цента.